10 по 19 число у нас в обществе были организованы тактики специального учения с нештатными аварийно-спасательными формированиями. Это Рублевская станция водоподготовки, Северная станция водоподготовки, Восточная и Западная станция водоподготовки, плюс Курьяново и Люберецкие очистные сооружения. Вообще само мероприятие состоит из нескольких этапов. В данном случае у нас было организовано это тактика специальное учение и плюс соревнования между командами. То есть для команд были подобраны нормативы по физической подготовке.
И штатные формирования принимают участие не только в учениях Москва-Доканала, они принимают участие в городских учениях, принимают участие в окружных учениях. Благодаря таким действиям наши специалисты по результатам проверок, по результатам оценочных действий комиссий получают призовые места. И мы понимаем, что они готовы к любым ситуациям в развитии чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера.